что, начало уже есть. Сцену установили, скоро праздник будет. Кстати, вот эти цветочки делает наш организатор фестиваля. Так что, если хотите, обращайтесь к ней. Я ссылочку оставлю в описании. Такую вот красоту она делает. Вот шишечки тоже, это ее рук дело. Это светильники. Фламинго. Вот это Натуля все сделала сама. Бабочка прилетела к нам на фестиваль. Это ручки золотые. Это выставка, ручная работа. Из ракушек. Класс. А это что, как подарок? Это? Память, да? Плетете. Макраме. Мастер-класс. Класс. Деток нету, но скоро будет. Сейчас ну, да. Начнется. Да. Это из бисера. Ой, так и скушать хочется. Класс. Шпинки из листика уложим. 20 рублей, 30 рублей. 17,40. Да? Лавандовые котики. Ради, что у тебя вот это? Луковый пирог. Из чего он сделан? Смотрю, это порезанный лук, а или это сыр? Это сыр. Сосиски в тесте, пицца. А это торт какой, сметанный или что это? Это с сыром. Ну, сыр порожный. Чисто, лично. А это вы специально под фестиваль лука готовили? Потому что с луковой тематикой. Молодцы. Смотрите, что мне нарисовали. Класс?
сейчас пойдем покажем. Вроде бы как готовится шашлык. На две тарелки можно. Вкусняшка готовится. Вот, покупатель лука у нас тут купил лучок. Какие букеты красивые. А почем продаете? 254. Давайте и мы вас покажем. А вы скажете сами, откуда вы? Так вот, из Ялты? Да, все. Ну, понятно. Сеченова 49, пятачок. Где ваше торговое место? Вы имеете в виду здесь или там? Не, ну там, где вы торгуете обычно, чтобы люди знали? Мы выставляемся исключительно в магазинах экологически чистых продуктов, которые не являются масс-маркетами. Мы выставляем нашу продукцию в лучших ресторанах, потому что это локальный местный продукт. Так, значит, у вас такой бренд. Ну как? Вкусно. Мы постоянно это кушаем, мы как бы довольны качеством данной продукции. Людям, можно попробовать так же, как и вы? Мне, блин, конечно, аж захотелось. Я сегодня буду у вас пробовать все. А соли нету? Или не надо? Она не нужна. Да? На самом деле. Почувствовали истинный вкус масла. Можно лук макать? Лук макать? А лука нету? А как можно в него макать? Объединить усилия, так сказать. Класс. Вот вы, допустим, мелко лук шинкуете, сверху маслом поливаете и немножко соли. Это просто бомба. На самом деле, очень вкусно получается. Причем ничего не надо, хлеб, масло, как бы. Офигеть, вот это вкуснота. Нравится? Да. Я, наверное, сегодня куплю его. А это получается с разными... Но это сортовые, то есть как бы из разных сортов, косточка и косточка отжата. То есть как бы истинным ценителям могут нотки там услышать различия между там, допустим, красным сортом, бело-красным, да, либо классическим. Но как по мне, то есть оно примерно все одинаково, ну, мне нравится. С чесноком, с базиликом, с розмарином, с лавровым. С розмарином пробовали, очень вкусно, салаты самое то. То есть настойка 30 литров, в нее окунается марля, в марле находится мелко пошинкованный чеснок. Опускается туда на 30 суток, после того достается, разливается по бутылкам, и в каждую бутылку кидается головка чеснока. Чесночок, ну... Да. Ну, также тут розмарин, базилик. И... Ясно, вы тут, короче говоря, голодными не останетесь, не, я смотрю. Мы тут, то есть, предлагаем людям попробовать. Ну, конечно, со стаканчиками тут стоят. А вот это вот что? Вот расскажите, пожалуйста. Это ресторан Sun City, которые являются непосредственными партнерами. Наш бренд-шеф готовит исключительно на этом масле, на локальном. Приготовил сегодня для гостей, для покупателей сангрию, которую сделал наш бармен. Это авторская сангрия. Сангрия на крымском вине. Классно вообще. Ну, конечно, у нас такого нету, это нигде сангрия. Ни у кого. А? Это сангрия. Нет, а что это? Это итальянский напиток на вине. А сколько стоит? Это бесплатно, мы угощаем. А, да? Тут наливайте. Походим, еще надо. Мне понравилось. Класс, молодцы. Пожалуйста, пробуйте. Что, попробуем? Давайте. Награды, за фестиваль, по фестивалю. Ура! Класс, такие нотки, вот, я не знаю. Это секрет бармена? Да, да. Да. Загадка тут такая вся, загадка. Ну вот можно просмотреть, что здесь. Фрукты. Фрукты, цитрусы. Яблоки, апельсины здесь, груша должна быть. И травы. Угу, травы, мятка здесь.
такая вот красота. Да, хороших вам продаж. Но на самом деле очень вкусно все. Что это, что это. Хорошего вам праздника. Спасибо. Пожалуйста, есть это, я говорю, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вы не хотите попробовать? Конечно. Блин, ё-моё, забыла, как это называется. Ну, что-то нереально вкусное. Ой, ну вкусно пахнет, да. Попробуйте. У нас спиртовое, да? Бесплатно наливают. Дегустация, ой, да. Очень вкусно. Это, короче, вино с фруктами. Класс. Лука нет? Нету. Нет. Нету. Жаль, жаль, надо подсказать им. Нет, я могу дать укусить. Очень вкусно, класс. Посмотри. Сейчас пойду пробовать. Вот смотри, тут даже как на коньяке вот это осталось. Да, действительно настоящее. Вот как раньше проверяли, да? Вообще, это же как масляный налет такой. Очень вкусно, освежающее такое. Если еще ледика туда. А у них был он холодный, сейчас уже нагрел. Мы тут решили провести дегустацию. Кто будет камеру держать? А что вы хотите? А мы хотим с луком. Масло? Нет. Вот это. Ой, не-не-не-не-не. А сюда я не буду вам добавлять, я стаканчик. Хотите? А, да. Ну, конечно, хорошо, не вопрос. Так снимать, да? Все снимаем. Почему отказались от оливкового? Да. Ну, мы от него не отказались. Просто мы как бы на тесно сотрудничаем с производителями вот этого масла. Вот. И недавно была ярмарка на винзаводе Массандра. Так, сейчас я запомню. И там как бы рядом с нами по соседству были ребята, которые занимаются продажей греческого масла оливкового. Вот именно натурального все. Я попробовал, в принципе, вкусно. Ну, мне вот, допустим, было с горчинкой. То есть оно, в принципе, само по себе натуральное масло оливковое, оно горчит немного. Вот это вот как бы, может, мне показалось жжёным. Добавляем лучка. Нет, вам показалось. То есть, как бы, опять же, ну, как бы, этого масла никто не знает, именно конкретно нерафинированное. То есть, тут легкие нотки такого вина, эксперимент, ну и как бы масло, то есть такое небольшое брожение только может быть. Но опять же, на всех, ну как бы, все, кто пробует, для всех это вкус разный. И оливковое, ну, просто есть определенные, ну так, сравнения оливкового и виноградного, то есть виноградного антиоксидантов больше, чем в оливковом с точки зрения здоровья. Во-вторых, если на нем готовить, опять же, температура кипения 216 градусов. То есть в оливковом масло, ну там как бы вот эти вот все антиоксиданты, которые есть, вот омега, оно все выгорает. А в виноградном нет. И я жарил, и начальник мой жарил. То есть мы жарили мясо, килограмм я пожарил на одном, ну, на одном масле. И оно не выкипает. Лук горит, а масло... Так и главное, запаха лука не чувствуется. Да, вот немножко, оно как вот все в смеси, очень прикольно получается. Творчество нашего местного молодого человека. Смотрите. Вот какая красота. Смотрите, 250 рублей, 300, кораллы. Вот сейчас будем узнавать, из чего это сделано. Вообще класс. Золотые врата. 350 рублей. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Вот так вот. Отчет в группе Мимими Алушта. Мы помогаем детям. Вот это молодцы. Саня, что реально вы помогаете детям, перечисляете туда, а так туда перечисляете? Себе, молодцы такие. А скажи, пожалуйста, из чего состоит? А это гипс, вы сами делаете формочки? Да, все сами. Это молодцы. Ну а так вообще много продал, много людей, ну, детям помог? Первый раз вообще вышел. Вот. Ну ты же где-то, наверное, продавал? Нет. Нет? Нет. Мы как бы сами, это я думаю от себя. То есть первый раз? Да, первый раз? То есть это первый раз? Именно с продаж первый раз, да. Понятно. Так что все, подписывайтесь на группу Мимими Алушта. Покупайте у Славика такие сувенирчики. И на вырученные деньги детям будем помогать. Короче, пока
фотографируются во все. Завязали вязку хорошую, нет? Давай, давай. У-у-у! Это кто выиграет в лотерее? Это будет приз. 5 метров. 5 метров вязка. Это кто выиграет? Кому-то очень круто повезет. Юбилейную 5-метровую лукокосу! Громче, громче, друзья! Посмотрите, какая она красивая! Но мало того, дорогие мои друзья, сегодня эту красавицу может выиграть каждый из вас, потому что данная гигантская, удивительная лукокоса может отправиться каждому из вас в дом и обеспечить каждого годовалым запасом сладкого запруднинского лука. Потому что на нашей ярмарке вы можете приобрести лотерейный билет всего за 100 рублей. Именно этот лотерейный билет и дает вам шанс стать победителем. Поэтому не потеряйте данный шанс. Отправляйтесь на нашу ярмарку и обязательно приобретите лотерейный билетик. Потому что данный фестиваль происходит только благодаря вам, благодаря вашему труду, благодаря вашему усердию, ответственности и только-только вашей доброте. Потому что такой сладкий лук может вырасти только у добрых людей. Хочу пожелать вам в этот вечер также от лица администрации провести хорошо праздник, хорошо отметить. Всем доброго здоровья, хорошего настроения, еще раз радости. Когда-то россияне Ванюши Дани Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки под русские гармошки, под берестовые ложки прославили кадри. Друзья, отлично, я не перестаю повторять, что именно здесь, за Прудном, самые замечательные зрители. Дорогие друзья, Запрудное – одно из самых экологически чистых уголков Крыма. Ах, если бы вы знали, сколько усилий нужно приложить, чтобы вырастить тот самый знаменитый запрудненский лук. Посев лука начинается уже с Нового года. Высадка весной, а созревает он аж в июле. А еще я знаю, что на качество лука влияет и угол наклона солнца по отношению к земле. И то, что лук наш поливается чистейшей родниковой водичкой, каменистая почва и продолжительность светового дня также являются немаловажными факторами для выращивания сочного, вкусного и действительно сладкого лука. Совокупность этих факторов дает возможность получить непревзойденный вкус, который невозможно получить ни в одном другом уголке мира. А еще... Свет в городе давным-давно погас. Ты танцуешь рок-н-ролл со мной в первый раз. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы пляшут линии, ограды и мосты. Уже сегодня мелкий дождь идет с утра. Тебя как зовут? Сладкая? Какая сладкая? Ну, то есть, ну, псевдоним Слава. А, понятно, все ясно. Ну, помаши нам ручкой или станцуй. Смотри, какой молодец. Молодец. Да, спасибо тебе.
тебя будет зависеть, кому же улыбнется сегодня фортуна. Смотри, Сонечка, твоя задача из нашей корзиночки достать один квадратик, одну бумажечку. Ну-ка, раскрывай. И это лотерейный билет под номером 16! Друзья, где этот счастливчик? Выходи к нам, быстрее, быстрее поднимайся на сцену! И вот он, счастливый билет, друзья, давайте поаплодируем победителю! Скажи, пожалуйста, ты сама приобретала лотерейные билеты? Бабушка, а где бабушка? Выходите к нам, выходите! Здравствуйте, давайте знакомиться. Как вас зовут? Елена. Елена, вы местный житель села Запрудное? Нет, не села Запрудное, а Кипарисного. Вы приехали сегодня к нам на фестиваль из Кипарисного. И так, вот так вот, просто победили, представляете, купив всего лишь 2 билета. Елена, вы видели свою красавицу, которую вы, я не знаю, как повезете домой, но как это сделать, вам расскажут организаторы нашего сегодняшнего праздника. Мы поздравляем Елену и Меланию. Вы обеспечены теперь просто на год замечательным запасом лука, и я уверена, что отныне ваши блюда будут еще вкуснее. Я желаю всем вам мира, добра, счастья и удачи, друзья. До скорой встречи!